страдания принимаю, любовью занимаю тебя. Королева блефа и интриг, принцесса и шальная улыбка на лице. Растворяюсь рядом и теряю взглядом, и мне хочется сказать тебе: я тебя ненавижу, я тебя позабуду, я сползает твой наряд. Рефлекс мой балует тебя. Все выше, выше, все выше вздох. И я борю рваником. Вот она какая, парадокс. Интриг, принцесса и шальная улыбка на лице. Расслабляюсь рядом и теряю взглядом, и мне хочется сказать. Вот так, друзья, звучала, на самом деле, первая, изначально песня Земфиры «Я ненавижу тебя», но потом Земфира услышала ее и решила вставить текст. Это, конечно, шутка, надеюсь, что она не обидится на нас. И есть у нас звоночек. Алло, доброй ночи. Алло.
Алло, доброй ночи. Здравствуйте, как зовут и откуда дозвонились? Меня зовут Ирина. Ирина. Я звоню из города Сыктывкара. Отлично, говорите. Мы с Арно Веленовичем являемся старыми добрыми друзьями. Я так. Искренне рада за его дебют. Я надеюсь, он меня узнал. Я желаю ему успехов в его творчестве. И я рада, что о его творчестве знают теперь не только его близкие, знакомые, друзья, но и жители республики, где вещает канал Юрган. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Да, он вышел из сумерек, можно так сказать, в какой-то степени даже, в хорошем смысле. Не подумайте ничего плохого. Есть еще звонок. Добрый вечер. Точнее, доброй ночи уже. Алло. Алло. Здравствуйте, как зовут вас? Александр. Александр, откуда дозвонились? Слушаю ваш вопрос. Сыктывкара, привет, ребята, доброй ночи. Север, ты, наверное, меня узнал? А, Сашка Нестеров, здравствуй. Очень удивился сейчас, увидев Арно у вас в студии. Арно, привет. Привет. Это Нестеров. Привет, Нестеров. Мы все время с тобой так встречаемся, убегаем, привет, привет, и поговорить так не получается. В основном на дискотеках. Знаешь, очень сейчас так, очень люблю твои проигрыши вот эти вот, ну, просто здорово. А песенка про дочку вообще, знаешь, вот, у меня у самого дочь растет. Большое тебе спасибо. Дай Бог ей здоровья. Вот. У меня такой вопрос, Арно. Слушай, вот а не хотел бы ты еще использовать в своих темах немножко дудук, да? А будет дудук. Я уже записывал, просто как бы мы не успели там сведение. Ты знаешь, в студии там сведение надо делать. Там. Дудук записан, он будет. В трех песнях. И в «Дочке» тоже, кстати, будет. Вот так. Хорошо. Он уже записан, просто как бы мы не свели. Так, есть еще звонок у нас. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, откуда дозвонились? Город Печора. Отлично, Печора. Как зовут? Владислав. Говорите. Очень приятно видеть людей кавказской национальности в нашей республике. Я и сам являюсь как бы отчасти кавказцем. Я родился в Баку. Половина родственников у меня азербайджанцы, половина армяне. Угу. Вот, я в первый раз вот сейчас вот увидел вот то, что вы пели. Спасибо. Немножечко не хватает скрипочки. Вы сначала смотрели программу? Нет, не сначала. Вот жаль, как раз в начале были композиции, в которых была приличная партия скрипок. Ну, возможно, они будут еще и в следующих композициях. Так что они там есть, есть, слушайте. Спасибо вам, Печоре, привет большой. Ну, а мы, друзья, давайте перейдем еще к одной из наших традиционных рубрик. Рубрик «Не в попад». Итак, друзья, рубрика «Не в попад», как вы знаете, ну, а кто не знает, я расскажу. Это блиц-опрос, который мы, список вопросов, которые мы задаем нашему гостю, нашим гостям, если это группа. Кто-то один из них отвечает. Поскольку Арно сам по себе свой собственный, то он, собственно, и будет отвечать на этот небольшой, всего из чуть более десятка список вопросов. Суть в том, что я задаю вопрос, и тебе нужно буквально секунду раздумья и выдавать ответ. Готов? Подвох, что ли? Нет, подвохов никаких нет. Все, что идет из-под поток сознания, так называемый. Итак, поехали. Вопросы. Внимание. Куда бежит голый мужчина? В море. Где найти любовь? На пляже. Как бы мы жили, если бы земля была квадратной? Нормально. Какой цветок лучше всего дарить теще? Теще? Лучше не дарить. Отчего люди не летают, как птицы? Крыльев не хватает. Кто прячется в темноте? Черная кошка. Что лучше всего делать в парке?